Всем привет, с вами снова я, Иван Сусанин. Мы продолжаем игру How to Survive. Если честно, найти весь багаж, это будет вообще проблематично. Очень долгий путь меня ждет впереди. Я надеюсь, что я смогу все-таки найти весь багаж. Но тут, блин, я просто не знаю, проблем столько. Разобраться с ними со всеми. О, зомби. Они не уменьшаются, я смотрю их все больше и больше. Все больше и больше. По-моему, я нашел. Иди отсюда. Маленький, заядлый, плохой и нехороший гад. Так, зомби, 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 зомби. Я боюсь зомби. На самом деле тут зомби-то не сильно много. Вот это не прорубает, да? Ну, похоже, да. Так. Вечер темный. Куда пошел? Иди сюда. Похоже, я нашел кого-то. Толстячка, по-моему, я нашел. Если я не ошибаюсь. Так, ну дополнительный опыт мне никогда не повредит. 20 штук добыть. Это будет проблема. Очень сложно. Так много вещей достать. Так, в принципе, вот даже не знаю, что можно было бы выбросить. Я, наверное, ничего выбрасывать не буду, потому что у меня как бы все необходимо. Нет у меня тут необходимого. Очень много всего нужного здесь. Кто кричит? Я не... Кто кричит? Где орет? Где-то очень громко кричит кто-то. Я не могу понять, кто. Так, по-моему, там что-то еще есть, нет? Так, ладно. Инвентарь полон. Так, ну вот, сейчас вниз спустимся. Я думаю, что тут попробуем. Ух ты, там страусы. Короче, вообще полная жопа. Ну, давайте преодолеем эту возможность. Вау-в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 ау. Так, ладно, вернемся назад. Вернемся назад. Блин, кто это орёт? Я вот этого вот боюсь. Меня это вообще напрягает очень сильно. Все, заполнили. Сейчас будем потихонечку собирать все, что нам надо. Я думаю, и дни, и ночи придутся нам не по душе. Конечно, придется тратить их направо и налево. Сколько ночей. Ждет нас! Вау! По-моему, что-то неприятное происходит сейчас. Иди сюда. Кто орёт-то, блин? Я вот этого понять не могу. Я почти нашел груз. Вот он, первый груз. Блин, надо что-то выбрасывать будет. Ёлки-палки, что будем выбрасывать? Фу. Самый верный способ, наверное, все-таки выбросить палки. Пофиг на эти палки. Обойдемся без них. А вот груз 20 штук придется собирать. Блин, кто там орёт? Где? Самое главное, где? Похоже, у трея тоже. Внизу, внизу, внизу. Спускаемся вниз. Я слышу, но я... О! Опять этот демон, блин! Я не знаю. Сможем мы преодолеть его? Нет, как вы думаете? Я думаю, что без проблем. Если постараться. Вперед! Давайте убьем этого демона. Давай кишки ему размаживаем. Так, успеваем, успеваем, успеваем. Блин, их все время добавляется все больше и больше. Такого демона не очень приятно. Вау, как же долго его фигачить, а? Кишки ему пробивай. Да-да-да, сзади, сзади, сзади его. Давай, сзади его, сзади, сзади, сзади. Так, секунду. Короче, пришло время опять. Я думаю, мы его убьем без проблем.
Если постараемся, конечно. Кишки, 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 кишки. Оу! Нифига себе, он бьет меня. Сзади заходим. У тебя нет шансов. У тебя нет шансов. А, кишки, блин, кишки, кишки. Ух ты. Сильно, парень. Ты готов меня добить? Не знаю, что у тебя выйдет, но я думаю, что у тебя ничего не выйдет. Еще чуть-чуть! Толстячок! Блин, какой ты мощный, а! Я тебя все равно убью. Нифига, у тебя не выйдет, парень. О! Ах, хана тебе, ха-ха. Ночка темная была. Блин, я, похоже, лишился всего бензина. Придется возвращаться, скорее всего. Давайте быстрее вернемся за бензинчиком. Убил я этого здорового мудачка. Теперь осталось за малым. Наполнить канистру. Так, подожди, секунду, придется сейчас кое-что сделать другое. У меня сейчас временно... Пошли нахрен. Так, бензинчик. Все, вам пришел хана, ребята. Так, далеко еще идти? Я еще только один взял груз. А мне надо 20, вы представляете? Как долго мне придется с этим всем бороться. Офигеть, я не знаю, как долго я смогу выдержать. Но я постараюсь, Сегодня мы завершим этот этап. Сложный, очень сложный этап. Даже ночью, я думаю, что... Да ночью даже будет не хуже, я думаю. Почему нет? Главное успеть до утра это все сделать. Так, нужно поворачивать. Вон она. Вау, их тут японский городовой, их тут вообще немерено. Будем мы отбиваться, будем отбиваться. Вау, 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 вау. Сложность, сложность, ситуашн. Ситуэйшн, ситуэйшн, самая страшная ситуэйшн. Ох ты, блин. Ты-то откуда тут взялся? Еще идет целая группа их. Так, подожди, карта. По карте показывается, что надо идти туда. Так, попробуем. Всех разбросал нафиг. Ничего, без проблем. Нифига их сколько тут, ё-моё. Вот это ситуэйшн. Так, по-моему, где-то тут толстый должен быть, нет? Нет, толстого нету. Самое удивительное, что нету толстого. Так, вот здесь есть проход. Небольшой, я, наверное, вот сюда и пройду сейчас. Гербариум. Иди сюда. Блин, у меня бензина может не хватить. Так, отлично. Где-то у меня была бомба. Давайте мы ее используем сейчас. О-о, отличный удар. Так, давайте сразу сделаем еще одну бомбу. Пока есть время, да? Пока есть возможность. Сразу зафигачим еще одну бомбочку. Вот так вот. Место появилось дополнительное. Иди сюда. Блин, они слышат издалека. Просто этот шум, который я... которым я наказываю их друзей, их товарищей. Так, что-то мне это не нравится. Толстячок. Удышка. Длинно-длинно-ногая.
Блин, у меня кончается уже запас, похоже. Запас бензина. Блин, тут бензина поблизости нету. Боюсь, что нету. Попробуем сейчас сюда сходить. Толстяк! Блин, ну вот толстяка мне только не хватало. Так, секунду. Давайте мы все-таки это все сделаем. Очень просто. Толстяков. Вот так вот. Намного лучше. О, кишки, блин, там полетели прямо. О, страшно-то как. Как страшно. Я могу еще бензина добавить? Кстати, могу. Так что пока я могу завершить это дело все благополучно. Так, а тут что у нас есть? Кстати. Очень кстати. Катушки и тому подобное. Интересностей много, да, всяких? Это что у нас? Самодельный пулемет Стэн с прицелом. Ну, это для Джека только, да? Я пользоваться им не умею! Ух ты, блин. Подожди, стоп, секунду. Давай-ка мы вот так вот его. Без проблем. Так, а тут что у нас уже? Инструмент, отлично. Он мне будет просто необходим, этот инструментик. Эх, ложить некуда ничего. Так, я опять проголодался. Но у меня жажда, да? Давайте вот это лучше съедим. Гораздо лучше. Выпьем. И заодно картошки похаваем. Картошечки у меня нормально хватает пока. По запасу ингредиентов. Так, а где у нас тут растения? Где-то внизу. По-моему, все пока получается как нельзя лучше. Да, гербарий. Я дополнил гербарий. Меня это радует. Так, еще внизу надо сходить. Ух ты! Это кишки. Это я наделал такие кишки? Ёлки-палки, это я наделал такие кишки. Так, мне нужно срочно... Так, выбросить. Срочно сделать компресс. Чем больше компресса будет, тем лучше. И сюда. Подружка. Дней моих суровых. Так, по-моему, вниз надо идти, да? О, еще одна штука. Воу! Олень бешеный! Японский городовой бешеного бешеного оленя. Мне только не хватало еще тут. Ну нахрен тут появился-то? Ах, бьет меня, гад. Да что ж ты такой? Суровый-то, а? Все, я его убил. Он у меня жизни-то отнял охренительно сколько. Ладно, если так я буду идти, я дойду. Я хрен его знает, когда я дойду до финиша. Мне очень долго еще осталось, а? Путь, дорожка не самая близкая. Бензинчик кончается. Так, я еще нашел один. Еще один бешеный олень! Да что ж такое-то? Почему мне так везет, блин, на бешеных оленей? Ах, как-то мне везет на бешеных оленей сегодня. Да что ж такое-то, блин? Он меня убивает. Ему похрен на меня, а? Давай, бей его, бей его! Все, я его добил. Еле-еле, но я добил. Так, я могу использовать аптечку. По полной программе. Блин, жизни моей остался проблемный шаг. Так, подожди. Давайте, знаете, что сделаем? Совместим это вот с этим вот. Еще раз. И еще раз совместим. Еще раз совместим. В принципе, пустая контейнер нам может понадобиться, а может нет. Но тут недалеко вроде бы. Наверху он есть. Еще дополнительно бензинчик. Так что, может быть, я успею туда добраться, а? Так, еще парочку мутантиков. Давай, быстрее, дохни. Так, надо вот сюда пройти.
Вау, тут их целая куча. Все, всех завалил, заложил. На самом деле очень серьезно, тут... тут была дохлая кошка, я помню это. Дохлая кошка. Так, а как я сюда пройду? А, вот, наверное, поверху, да? Поверху. Тут поворот. Есть. А, вот так вот мы сделаем это, нафиг. Я подожду, я дождусь вас! Иди сюда! Если я смог бегать даже по ночам, то... Мне кажется, тут будет вообще не страшно. Продолжение пути. Наше здесь. Так, и канистру тоже надо будет наполнить. Без проблем. Наполнили канистру. Так, и сейчас... Давайте продолжим наш путь. Нам нужно отсюда выбираться в другую часть острова. Там, где я уже бывал, но куда... Проход у меня... Блин, далековато идти. Давайте вернемся тогда туда. Здесь мне делать нечего просто. Просто нечего здесь делать. Вернемся назад. Путь дорожку. Так, здесь я пройду обратным путем, да, получается? Через низ как пройти? Только... Так, ладно, сейчас попробуем. Проблемы решаемы. Я думаю, что да, вполне. Самое главное, чтобы толстяков тут не попадалось нам сильно много. И я думаю, проблем вообще не будет никаких. Так, здесь вниз я спущусь. Нормально? Нормально. Хорошо, хорошо. Вот он! Я его здесь убил. И я сейчас... Опа! Пройду без проблем. Блин, сколько их там, ё-моё. И это все за мной? Ну, там кто-то... Еще кто-то был большой. И злой и страшный! Злой и страшный, мне показалось. Нифига их сколько! Их, короче, увеличивается с каждым разом все больше и больше. И если бы я не сделал себе вот эту бензопилу, то, наверное, мне... Давно бы уже пришел кирдык. Так, он там, мне как показалось, кто-то большой был. Нет, тут чисто эти. Так. Пройдем здесь. Соберем бензин здесь. И отправимся наверх. Я думаю, что хотя бы выполнить вот этот квест. Вот занятие вот это вот закончить. Относительно всего. Я повысил свой уровень. Поздравьте меня. Я могу прокачаться. Сейчас я это сделаю. Давайте, что будем качать? Предлагайте, что будем качать? Мы прокачиваем сегодня... я думаю, скорость? Нечувствительность к боли, да! Вот это круто! Теперь я просто суперский... мастер своего дела. Да. Попробуем пройти дальше, я не знаю... Что у нас выйдет? Блин! Да что ж такое? Сколько вас тут много-то, а? Так, поверху. Ох, вас сколько тут, а? Ох, вас сколько тут. Всех помню. Оу, тут их еще больше. Ё-моё. Японский городовой. Оу! Ни хрена себе. Вот это прокачка. Вау. Вау, проблема. Еще один. Короче, можно тут сохраниться будет сейчас. Похоже, мы пришли в место довольно безопасное. Меня это немножко радует. Безопасное место. Отлично. Мы сохранились и сейчас пойдем дальше. У нас здесь внизу есть еще заправка. И потом пойдем наверх. Просто наверх пойдем и попробуем пройти именно туда. Так, еще. Еще нашел кое-что. Секретные ходы. Вау, как вас тут много. Как вас тут много, ребят. Какие же вы все злобные. Наверное, скоро будет ночь. И, наверное, стоит пережить все-таки ночь где-то здесь, поблизости. Я сейчас схожу просто...
наполню бензином свою бензопилу. Тут, потому что смотрите, как много их. И они не перестают добавляться, появляться. Так, вот тут внизу я могу пройти. Я уже почти у бензопилы. Отлично. Во, е. И пошли. Еще одна свободная канистра. Но, блин, у меня некуда девать канистру. Хотя можно наполнить, наверное, а? Ладно, пофиг. Без канистры как с канистрой. Все хорошо. Так, ну и чё, как мы отсюда пойдем? Что можете посоветовать? Так, мы пойдем вон туда перепрыгивать. Можно использовать еще бомбочки. И вон до вон того вон прохода. Карту не видно. Где Соник, он тут находится, там переночевать. А завтра уже закончить, ну, в следующую ночь закончить вот те 4. Четыре нужных ингредиента для выполнения квеста напоследок. Так, здесь, короче, тут недалеко совсем. Че, рядышком. Так, поверху я не пройду, нужно идти по низу. Угу. Бешеные страусы. Неприятно. О, я еще что-то нашел. Меня это радует. Так, улучши бензопила малой мощности. Ну, у меня же была лучше, по-моему. Улучшенная бензопила. Так, ладно, обойдемся. Отсюда я могу на Локи уплыть на другой остров, но я этого делать не буду. Давайте сегодня продолжим. Закончим уже наконец эту серию. Что-то как-то уже начинает напрягать это место. Однообразное такое... О, я опять нашел интересную штуку для себя. Давай-ка мы вот это сделаем сейчас. Подожди, секунду. Вот это выбросим. По старинке сделаем. Все, класс. У меня и так их мало осталось, потому что я все просто истратил целыми кучами зомбаков. И теперь они мне очень сильно пригодятся. Так, здесь я не пройду, да? Ладно, здесь, короче, здесь будет возможность взорвать у меня вот эту вот стену. Вот она, стенка. Сейчас я ее взорву. Так, взрыв стены. Да, это то, что было нужно. И давайте сделаем еще один коктейль Молотова. Крутой. Че, пойдут за мной зомби? Да, идут, смотри. Целыми кучами. Опять. Их не так много пока. Олень бешеный, блин, опять идет сюда. Ты задолбал меня, бешеный олень. Ах, бешеный олень, блин. Да что ж такое-то, а? Да что ж ты, блин, гад такой, а? О, господи, вот это война. Война. Давай. Блин. Что ж ты такой сильный-то, а? Я тебя никак не могу победить, а? Давай. А, уходим. Блин. Короче, секунду. Давай-ка мы еще одну аптечку используем. Какой-то ты ненормальный, а, олень. Оу. Ты меня колбасишь, как... Разматываешь, как так и надо. Да что ж я тебя не могу... надуть-то, а? Ага. Получил. Ах, ну что такое, а? Падла. Так, тихо. О, сзади ударил. Гад. Ничего, у тебя не получится, парень. Давай. Блин, навстречу, короче, ушел. Есть, я его добил. Еле-еле, но я его добил. Я выиграл этот бой.
Все сложнее и сложнее начинается игра, и как-то нужно с этим бороться. Я даже не знаю, как с этим совсем бороться, если так игра усложняется со временем. Блин. Ну, я думал, что сейчас переночуем вон там, вон в том месте. Там не так далеко уже, да? Я уже рядышком с выходом. Так, меня там кто-то ждет. Кстати, и груз. И груз, и кто-то ждет. Вот он, груз. А вот эти вот ребята меня ждут. Их не так много. Так что не страшно. Так, давайте попьем. Так, похоже, вечереет. Вечереет, а значит, надо, короче, завершать сегодняшние моменты уже. И обезопасивать себя. Так, здесь как пройти? Ага, нашел, отлично. Ох ты, блин. Гады. Та-та-там-там-там. И ты последний. Я знал, что я тебя победю. Так, выбросим пока вот это. Так, это на потом оставим просто. Секунду. Чуть не забыл. Самое главное, не кипишите, самое главное успевать все делать, что тут можно сделать. Потому что все сделать реально. Я думаю, что эту ночку можно провести будет здесь. А вот уже со следующей ночки отправиться дальше. Осталось буквально 4 момента. И мы, я думаю, закончим уже. Но как туда пройти? Так, чуть-чуть левее надо пройти, да? Хорошо. В принципе, не страшно, да? Ночка. Темночка. Попробуем вот сюда пройти. Так. Здесь прохода нет, к сожалению. Значит, нам нужно как-то в обход идти. Ладно, ночка еще не наступила, так что пока можно побегать, наверное, все-таки. Пока побегаем здесь. Зомбачки как бы меня пока не беспокоят. Ух ты. Они опять засекли меня. Опять эта группа зомбаков. Бабушка. Здорово, привет. Старушка, как тут у тебя можно пройти? Через тебя. А, вот мост. Нет, это не мост. Неужели это не мост? Это не мост. А как тогда быть? Иди сюда. Так. Здесь какая-то должна быть переправа, наверное, все-таки. Это переправа, нет? О, железный лист! Блин, я нашел железный лист. Круто! Это значит, что я могу сделать? Я могу себе сделать классные кремниевую защиту ног. Или даже шлем. Шлем. Будет круче, наверное, шлем. Зафигачить. А какой у меня шлем, кстати, лежит уже? На мне находится. Так, шлем. Из чего он сделан, кстати? Угу. Ладно, давай-ка мы сделаем себе шлем более подходящий для нас. Так, для этого вам нужно первым делом выбросить вот это. Я думаю, что здесь правлю сейчас. Вот, пластинку собрал. Совместить с каской. Каску совместить. Так, подожди. Секунду. Я надел классную каску, да? Ну-ка. Это что за каска? Опять же средний уровень защиты. А может быть ее как-то можно переделать, а? Можно ее как-нибудь еще дополнить чем-нибудь? Что-то непонятно. Ну ладно, давай тогда вот этот используем. У нее тоже средний уровень защиты. Ну ладно, пофиг. Пока будем так пользоваться этим делом. Эту каску. Кстати, блин. Усиленный костяной шлем. У меня уже был, ведь, елки-палки. А я могу разобрать эту штуку? Так, разобрать. Японский городовой. Я выбросил.
так было неприятно. Короче, здесь я перелезть не могу. Значит, придется как-то обходить стороной это все. Я не знаю, как... А-а-а, наверное, нужно возвращаться туда. К нашему... пинчушке. И оттуда... Как бы... пытаться таки... Ух ты! Вечереет. Еще даже не наступил вечер. Я думал, что гораздо быстрее будет вечер. Но мы, похоже, справились сейчас. Главное пройти здесь. Так, похоже, я нашел еще один. Опять же вернулся к точке сохранения. А тут что, топор? А, нет, показалось. Ну, тут много вещей разных, короче, которые я не успел еще собрать. Здесь надо, короче, еще... Иди сюда. Вот и все. Так, давайте... А, здесь я всех их уже растерзал. Ну, тогда будет легче нашим... В этом деле, как-то сегодня довольно упорно у меня все получается, как-то не особо как классно, не знаю почему. Мысли где-то теряются у меня в пространстве, непонятно. Не успеваю я соображать, что здесь происходит. Ух ты, сами идут на меня. Еще зомбаки. Да, я успел сходить туда, куда надо было. И теперь-то мы справимся. Я думаю, без сомнений. А? Так, ну пока не наступил вечер, я еще могу справиться. Вау. Нифига во сколько тут. Не, с бензопилой это вообще другое дело. Это вообще ни с чем не сравнимо ощущение. Фигачишь их просто направо и налево. Лучше, чем у Ковака. Все обстоятельства у меня сейчас. И оружие. Блин, конечно, с этим... Со шлемом немножко лопухнулся. Не ожидал, что так все получится неудачно. Так, нам нужно где-то найти сейчас проход. Похоже, он здесь, да, если он здесь будет. Или проход вот здесь вот. Значит, с утра придется идти вот по этому проходу, который наверху находится, где этот летательный аппарат. И потуда проходить, как бы пытаться пройти именно потуда. Я сейчас попробую, посмотрим, как лучше туда пройти. Пройду ли я посюда здесь. Так, все. Здесь прогуляемся! Да-да-да, иди сюда. Иди сюда тоже ты. Я тебя ждал. Так. Блин, как вас много, а? Как вас много, как вас много. Я просто ужасаюсь, как вас много, а? Откуда вас столько тут? О, темнеет, как резко потемнело, а? Все-таки надо к этому парню идти. Ночевать именно у него. Они уже здесь! Офигеть! Да вы что, охренели, что ли? Я не успел уйти отсюда. Вы уже здесь. Короче, придется, похоже, ночевать здесь сегодня. Фух. Ну ладно, я, похоже, выспался. Довольно неплохо выспался. Думаю, что проблем вообще никаких не возникнет. Сейчас сохранимся еще разок. Так, ну что, попробуем сейчас по вот этому пути пройти. Если здесь не получится сверху пройти, придется обходить опять же с той стороны. По 10 раз приходится оббегать туда-сюда. Даже не знаю, как лучше. Нет, по-моему, тут я пройду. По-моему, тут есть проход. Посмотрим сейчас. Есть ли на самом деле тут проход. Серьезная ситуация, блин. Так, еще одно. Угу, смотри, сколько их тут. Ой, ёпанский городовой. Ёпанский городовой. Справляемся. Нормально все получилось. Так, золотую кошку я взять не могу, да? До сих пор. Золотой кот. Мне его ложить просто некуда, на самом деле. Так, ну если я посюда спущусь... Блин, по-моему, прохода тут нету. Будем надеяться все-таки на этот проход. Единственный возможный. По-моему, можно. О, я еще нашел кое-что. Так, давайте мы сделаем себе компрессорик.
Компрессорик очень важен. Потому что они очень сильно помогают. И я этому не раз уже мог в этом убедиться. Так, ну чё, у меня хватит бензина? Я думаю, что хватит. Если что, будем наполнять. Вау, а тут их дохерища. Японский городовой. Как их много, а? Может, вернемся, а? Наполним, наполним еще бензином. Еще есть время вернуться. Давайте вернемся. Есть время вернуться. Почему бы не вернуться, да? Конечно, их много. Но мне-то что с того? У меня есть возможность бензинчик наполнить. Потому что бензина явно не хватает. А заполнение... Вау! Отвернулся в сторону, и все, хана мне была. Так, это патроны. Так, тут очень много патронов сохраняется, остается. По той причине, что... Так, а что если попробовать сейчас нам вот тут кинуть еще одну бомбочку? Что, у меня есть из чего кидать бомбочку? Да, по-моему, есть. Сейчас вот сюда вот кинуть. Вот так вот, что там есть? Очки. Ну, очки-то мне вообще-то, в принципе, не нужны. Так, тогда, наверное, все-таки выбросим. Выбросим очки и сделаем еще одну бомбочку. Сделаем еще одну бомбочку. У меня кончаются уже бутылки, похоже. Так что взрывов будет немного. Еще впереди ждет. Ждут меня. Ладно, идем в самый низ. Для завершения этой ситуации, для завершения этого уровня, как бы сложно здесь не было. Так, где тут выбираться-то вниз? Потуда, да? Можно и заблудиться в этом лабиринтике, если не знать, куда идти. Но мы-то знаем, куда мы идем, да? Или нет? А, вон, выход-то не здесь. Выход-то левее чуть-чуть. Левее и дальше. Ладно, до вечера. Я думаю, мы успеем добраться и сделать все. На самом деле, не очень быстрая задача такая была у нас сегодня. Собрать вот эти 20 припасов. Очень. Так, у меня больше нету места, да? Сколько у меня, кстати, этих припасов собрано? 6. Блин, а где я еще 10 возьму? Если я сейчас соберу, ну, максимум 10. Еще 10 не хватает ведь. Ладно, попробуем. Завершим хотя бы эту часть задания. Это уже будет большая часть нашей победы. Ух ты. Так, ну вот. Может быть, вот это переход. Да, это переход. Это успех для нас. Как раз я добрался туда, куда было нужно. Отлично. Ух ты. А тут пираньи, кстати. Это неприятно. Толстяк. Ёлки зеленые, толстяк. У тебя-то мне только не хватало, толстячок. Кишки наружу. Иди сюда, дружок. Так, еще есть? По-любому еще толстяк будет сейчас. И не один, наверное. Так, ну и что, куда нам идти? В принципе, вот здесь где-то был. О, там еще один толстяк. И как он выберется? Груз. Вон он. Отлично. Половину груза, я думаю, мы насобираем. Фу! Вообще упорно-то как-то у меня сегодня получается, я не знаю. Вам кажется так или нет, но я уж как-то уж больно уж как-то. На самом деле, упорно-то сегодня. Фигач. Вау! Повешенные! Это первые повешенные, которых я встретил. Так. Сейчас, короче, есть груз еще наверху, вон там он, внизу и еще ниже. Так, сейчас пройдем туда, попробуем через этих самых пираний. А интересно, можно пираний как-то убивать? Тут же надо бежать, неизвестно как. Ой, японский городовой, я чуть не сдох нафиг. Давайте используем аптечку. Или нет, используем компрессор, нам его хватит. Вот по краю. По краю, думаю, я пройду. О, толстяк. Толстячок. Здорово, толстячок. Так.
Проблема. Так, где-то тут есть еще для гербария какие-то растения. Но пока все спокойно. О, так, еще один гербарий. 11 из 20. Я, короче, потихоньку, помаленьку, довольно хорошо собираю ачивки. И думаю, что до 20 вполне возможно будет добраться, а? Так, подожди. Мы идем где-то в середине, вон там он есть. А как туда пройти нафиг? Где там проход? Так, слева я не пройду. Справа я тоже нафиг пройти не могу. Вон толстяк, я вижу толстячка. Он меня увидел, да? Я не могу отсюда пройти, кстати. Почему-то. Интересно, а как туда проходить тогда? О, толстяк. Здорово, толстячок! Ты довольно глазастый оказался, парень. Ну и что? А как дальше-то? Блин, сразу меня увидела. Так, а если я попробую... Тут наверх никак не собраться, да? Тут наверх никак не добраться. Придется обходить с другой стороны. И тут проход, кстати, вон там поверху. Ладно, давайте пройдем вон потуда. Пока все нормально. Фу, опять же со вздохом говорю я. Фу. Проносит пока. Пока выживаем. Вот тут очень много. Я вот не знаю. Не знаю, как мы тут-то проберемся. Как дальше идти? Вот посюда, что ли? Да, наверное, посюда пройдем. А там он в середине. Как же в середину-то? А, вон, по той стороне. Я вижу, 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 вижу. Вижу, вот по той стороне надо было проходить. Кстати, да, я понял. Беготней будем заниматься. Беготней. Ну, я думаю, что мы справимся. Как вы думаете? Справимся мы, нет? Мне кажется, что справимся. Надо немножко вот сюда вот пройти. И здесь без проблем. Без особых усилий. Так, вон там он как. Короче. Ай-яй-яй. Короче, я еле успевал нафиг за этой херней. Еще ремешок собрал. Так, ладно, успевать-то я успел все равно. Ну, тут вот можно перепрыгнуть, да? Да. Отлично. Так, ну что, у нас осталось два пути. Две дорожки, две пути, блин. Как тут добраться? Попробуем поверху. И на этом уже завершим половину нашего пути. На самом деле сложно было все эти детали собрать. Я не знаю, собирали ли вы вот эти все детали когда. Но я скажу вам, что действительно это было не очень простым задачей. Не очень вау. Вот тут тоже, блин, могут быть эти. Вон они. А, о, нашел еще один. Здорово! Трехконечный бумеранг с лезвиями. Круто. Офигительно. Можно его делать. А тут что? Трубка. Трубка мне не нужна. Как канистра мне не поможет. Привет, привет, привет! Хочешь играть с Коко? Коко спрятать желтого хорошего кота? Бррр. Выживший получит награду, если найдет кота для Коко. Найти золотую... Так, ладно. Я, короче, знаю, где эта статуэтка. Она находится наверху. Ну, как бы... Мне все равно придется возвращаться к этому алкоголику. Так что, я не знаю, как лучше пройти-то, а? Если я посюда попробую... Посюда я куда-нибудь выйду, нет? Вообще. Так, не факт. Ну попробуем. Да, я выхожу. Ё-моё! Эй, повернись! Головой! Отлично. Вот он, толстячок. Вот он, дружок мой. Здорово! Отлично. Так, следующий наш шаг. Давайте будем последовательны и...
Доделаем наши... О, еще одна аптечка. Еще один толстяк. Блин, неприятно. Так, толстячок. Получи-ка ты мешок. Вот так вот я. О. Так, мясо я не могу использовать, к сожалению. Так, а тут что, есть еще кто? Похоже... Похоже, тут классное место, а? Сончас будет. У этих зомбаков. Не иначе. Хана вам, хана вам, ребятки. Давайте подождем. Так, будем открывать вот этот спальник? Как вы думаете? Я думаю, стоит, а? Давайте рискнем своим здоровьем, нафиг. Отбиваемся, отбиваемся. Сколько их тут будет, я не знаю. Но страх, что их будет много, растет. Так, лишь бы толстяки не приходили сюда. Лишь бы толстяков не было. Лишь бы не было толстяков. Самое страшное толстяки. Волосатая женщина. Вау, нифига их сколько тут. Они опять приближаются. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, да. Такой кайф, я смотрю. Главное, чтобы мне хватило бензина, да? Ну, бензина-то у меня хватит, в принципе. Сами можете видеть, что действительно... У меня в запасе бензин есть. В запасе бензин есть. Давай, 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 давай. Я жду вас всех. Давай, давай. Можете всех приходить. Я всех вас поприветствую. Блин, я поначалу я думал, что играть в одного тут очень сложно будет. Оказывается, нет. Оказывается, я могу даже тут поспать сейчас, а? По-моему, тут очень даже прикольно. По-моему, толстяк идет. И не один. Короче, три толстяка. Вы знаете такую сказку? Три толстяка. Четыре нафиг! О, вот это удар. Круто. Четыре толстяка. Классная штука. Так, первым делом. О, еще один, пятый. Нифига, откуда их тут набралось? Пятый, шестой, седьмой. Еще трое толстяков. Так, что-то мне это не нравится. Такое количество толстяков, блин. Так, цепочку я собрать не могу. Спать я, конечно же, сейчас не буду. Так, наша цель. Наша цель вернуться назад или идти искать где-то припасы для... Санчеса. Короче, где-то есть еще один остров, на котором Санчес с этими припасами. Но здесь мы как бы вроде бы закончили. И тогда, наверное, все-таки... Тихо. Давайте будем сегодня здесь завершать. Вот добьем еще парочку вот этих вот здоровых мужичков. Все, всех убил, нет? Больше не будет? Похоже, да. Они, видишь, как медленно идут. Они не успели просто прийти, когда... было все это дело. Ладно, давайте, подписывайтесь на канал. Давайте, 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 давайте. Ставьте свои лайки, давайте. Давайте, смотрите новое видео. И, конечно же, пишите свои комментарии. Всего вам доброго, ребят. Пока, пока, пока.